Поехали. Пропало. Да. Убегая, хочу сказать пару благодарственных слов Содружеству Дашт за ту творческую работу, которую они делают все эти годы. К сожалению, получается бывать редко, но каждый раз приходишь, и такое чувство, что, знаете, ну, пока я на эконом посчитала, ну или что-то подобное, потому что ребята все, ну, видно, творят искренне, от сердца, и это находит отклик. Поэтому спасибо за все, что делаете. Вот отдельное спасибо еще, хотела сказать за то, что ребята, вот Дмитрий и Анна Студенная приезжали с Артемом Белом в славный город Тверь. Был там такой фестиваль, и они от Содружества Дашт выступали. И Артем уже после этого приезжал участвовать в Покровском концерте в октябре этого года в деревне Паньково Тверской области. И очень тепло его там встречали местные жители. И хочу сказать, что вот такие бременские музыканты сегодня очень нужны. Поэтому вот если есть запас энергии, то надо вот ехать в регионы России и поселам, деревням как-то народ поднимать и напоминать им о светлом, добром и вечном. Вот. Представиться надо, да? Аня Вавилова. Приглашайте еще. С Богом. Город Тверь, да. Тверь, Москва, вот. Россия. Вселенная. Спасибо. Спасибо.